сказать, Саша показал хороший качественный бокс, и видно, что он прибавляет. По максимуму использует свою любительскую школу, ну и уже вот работая с профессиональным тренером, подхватывает уже какие-то профессиональные штучки, уловки, манеру ведения боя. Ну, можно сказать, что от боя к бою Саша растет, и я думаю, оппозиция тоже будет его расти, и, соответственно, Саша будет доказывать свое мастерство уже в ринге с более опытными боксерами. Ну, знаете, я не эксперт, чтобы там судить. И опять-таки скажу, что показывает качественный бокс, и уже можно какие-то делать конкретные выводы после того, как он побоксирует с более сильными соперниками и, дай бог, дойдет до чемпионских боев и станет чемпионом мира. Тогда уже можно говорить, настоящий, не настоящий, потому что настоящий опыт приобретается вот в длинных затяжных боях, когда вот соперник не сдается, где-то упирается, там борьба физическая, борьба характеров идет. Ну вот, поэтому я думаю, Саше такие бои впереди, будем за него только болеть и радоваться его победам. Ну, Саша всегда такой был на веселе, такой парень разбышака. Были у него проблемы с дисциплиной во время тренировочных сборов. Там были там случаи, его и отправляли домой. Ну, с этим он как-то справился, с этим переходным возрастом. Вот остался, не поломался, не надломался, остался в боксе. И вот мы видим результат. Он стал олимпийским чемпионом и сейчас демонстрирует хороший бокс уже на профессиональном ринге.